Давай в игру иди. Сейчас, подожди. Здесь ради этого. Настройки. Всякие. У меня мышка куда-то пропала. Тут интересное кино. Если альтап нажимаешь, мышка пропадает. То есть ее вообще никак нельзя никуда. Так. Ой-ой. Что? На нас будет загрузиться. Да? Я ничего не сагрил. Ну, вернее, это был не я. Никогда не узнаешь, кто это был. Но нас кое-кто сагрил. Ну, сейчас у меня... АБС опять. Не хочет. Находить игру. Опа. Сейчас, секунду. Друзья, так, все, всех приглашу. Ну, сейчас мы все настроим, тогда можно вваливать. Сейчас, минутку. Пам-пам. Я немножко буду перекрывать, кажется. Кого? Менюшечку. Так, ладно, включаю. Угу. Так. Что ты? Что-то какое-то эхо. Скажи, когда... Эхо. Эхо? Не слышу. Что-то какое-то эхо. Скажи, когда... Я сейчас с ума сойду, блин. Эхо. Эхо? Не слышу. Что-то какое-то эхо. Что-то какое-то эхо. Костя, это ты делаешь? Я что-то сейчас не с ума сошла, блин. Не надо так делать, боже, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Не Костя, а Хуан Миро. Я попрошу. Не надо творцов обижать. Вернее, себя обижать. Я не знаю, кого в этой ситуации обижать. Подожди, он Хуан, а я... Так, ты что-то пропадаешь у меня? Да, куда я пропадаю? Вот так, давай начнем. Ты где? Куда ты убежал? Я вот здесь. Пойдем. Я чем-то споткнулся на чем-то. Он нач... просто взял, на чем-то споткнулся и упал. Хорошо не на ступеньке. Так, смотри, здесь идет какой-то замес. Мы залезаем с тобой вдвоем по лестнице сюда. Да. И отстреливаем. А Красный принц около лестницы чекерит. Ну, я тут тоже упала. Так. Под кустовый выползень, что ли? Блин, да что ж такое? Все падают. Подготовься, или со мной это, скорее всего, заметит. Мы вас заметили. И подведи к ящеру вот эту бабу, которая в нокдауне. Она не баба. Рогу. Она эльфийка, эльфийка не человек. А я не хочу, конечно, оскорбить эльфий. Ты в куст-то превратись. А, сейчас палят. Спалили. Нельзя подниматься кустом. Нельзя просто так взять и подняться кустом. Ну, блин, где ты видел когда-нибудь куст, который куда-то поднимается? Так, у меня стало подвисать. Это дендроголин. У меня стало подвисать. Это уникальный. Так, у меня... сильно подвисает. Так, ну я все равно шарахнусь. Подвисает? Видимо, битрейт.
Хотя пишет нормально все. Так. Тебя, возможно, придется лечить и залечивать по-жестко. Ты думаешь? Да. Нам скорее. И нам надо лучников убить в первую очередь. Лучники самые жесткие. Я не знаю почему, но у меня сейчас стала игра подвисать. Просто жестко. Наверное, Дискорд ее кладет. Так, не знаю, я себя полечила, сейчас я шарахну по остальным товарищам. Давай, давай. Сейчас, секундочку, я все-таки посмотрю, сколько у меня потери надеюсь, пакетов. Минутку. Мне тут пишут, что у меня... Эх, хаос, чешуя. Так. Вот так вот. Ничего. Ага. Они сняли с себя защиту. Какого черта мы туда пришли? Надо было спокойно сидеть под кустом. Трансляция вроде не подвисает. Сейчас игра перестала. А я тебе знаешь, что скажу? Ужасные вещи. У меня женщина эльфийка, она не в бою была. Ха. После тебя ходить будет. Я ее отсоединила, когда под кустом поднималась по лестнице, и куст с меня сбросился. Да, женщина, это не женщина, а ящер. В смысле, женщина или я? Подожди, то есть у тебя ящер, который считает себя женщиной? Между прочим, это очень толерантно. Это очень толерантно. Надо было назвать не алы, а толерантный стрим. Хотя зачем тебе хилять, я просто всех пробал. Ты так выживешь. Они врут, я не воодушевилась, между прочим. Я уже воодушевился, не парься, все воодушевлены. Бессовестно лгут. Так. Сейчас я на кого-нибудь прыгну. Бей лучника, у него как раз физическая броня снят левого. Блин, интересно, Гаррет, это честь вора? Игра Тиф. Прекрасно его, смотрю. Блин, надо ближе подходить. Она опять, вот все как на ладони, она никого не видит. Я никого не вижу. А, так, а вот это мне не нравится, вот это. Я ее. Натя. Ага. Сразу. Так, ну я могу еще. Ну, слегка подвисает, по-моему, слегка. Надо будет, кстати, потом узнать, можно ли здесь, например, героям ускорить, чтобы они ходили побыстрее. Будет очень полезно. Ну да, это неплохой навык. Анимашки это все красиво, но много времени тратится. Ты так тратишь кучу времени, когда ты... У меня вот, например, чуть-чуть подвисает, и... Про потери пакетов мне не пишет. Мне не пишет, что тебе твои, как у меня вчера был. Я поправила там настройках, нифига. О, наконец-то. Ну, вроде... Сейчас посмотрю, как она. Не, подвисает, даже на стриме подвисает, кажется. Сейчас.
Я бы его перезапустил, но... Если я его сейчас перезапущу, я повешу. Я думал, я просто опрокину. Хорошо. Так, сейчас я... Так, я думал, просто за автоатачу здесь. Mm-hmm. У нас это с посудой там трэш какой-то происходит. Так, ладно. Все, конечно, бараны. Этот Гарит на Боярского похож. Этот Гарит на Боярского. Секунду, у меня окно перед. Включу. Ходи канали. Я пока крайне не профессионально себя веду. Ладно уж. Я думала, ты из моей шляпы. Так. Я вот горю, мне надо бы отойти. Ничего страшного. Мне не нравится. Зачем? Гори. Я, конечно, горячий человек, но не настолько. У меня и так сейчас, кроме воодушевления и ускорения, которое я сейчас этому ящеру несчастному дам. Никого же лечить не надо, сейчас еще воодушевление. Лучше Хуана Миро. А что у Хуана Миро? Я что-то не вижу его. Все у него нормально, у этого Хуана Миро. Что не так у Хуана Миро-то? Блин, я вроде нажала конец хода. Я какао взяла, а тут смотрю. Упс. Блин, это готовья ложечка мешает. Хотя, если мочи. Дальше, если они там. Вот да, вот один кинжал и будет очень. О, господи! Чувайка! Сволочь, это был наш фраг. Ну вообще-то нам опыт пришел. Скотобаза. Так. В кого мне жахнуть? Так, сюда или сюда? Право. Так, я тебя плохо слышу. Право. Право это понятие растяжимо. У меня сейчас вообще повернута камера через... Магистр мечник или... Инквизитор. Тебя не слышно нифига. Поправь микрофон. Вот. Инквизитор или мечник? Вот так вот. Да, так вот нормально. Инквизитор, мечник, мечник, инквизитор. Давай. О, побежал. Сейчас смотри, я... Смотри, какой хитрый, а. Пишет, что... Что он с тобой. Минутку. Между прочим. А, бей его, у него, кстати, магические брони. Сейчас, секунду, у меня твич закрылся внезапно. Он все равно перескакивает, зараза. Между прочим. Ну вот, сейчас он пишет про потерю пакетов. Так. А какого